9 мая 2020 года в парке «Патриот» будет торжественно открыт главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. События приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С момента закладки первого камня прошло совсем немного времени, но здание растет с невероятной скоростью. Наступил особый день, когда храм начал жить церковной жизнью. Настоятель храма в честь Воскресения Христова епископ Клинский Стефан совершил чин освящения всех шести накупольных крестов. Сегодня то событие, которое каждого из нас объединяет и помогает нам жить в нашей стране. И дай Бог, чтобы наши вооруженные силы были крепки могуществом не только вооружения, но и силой духа. Многотонные кресты выполнены из высококачественной нержавеющей стали, покрыты золотом высшей пробы, нанесенным особым гальваническим способом. Также их украшают красные, синие и белые витражные стекла цвета российского триколора. Внутри каждого провода, которые необходимы для подогрева. Кресты не покроются наледью и будут ярко блестеть в любую погоду. Главный купол у нас 22 метра 43 сантиметра в диаметре. Стоит на барабане с 8 окнами. Диаметром 19 метров 45 сантиметров. Все эти размеры не случайны. И вот он, торжественный момент. Первым был поднят крест на малый купол. Работы по его установке заняли около часа. Дело не самое быстрое, ведь точность очень важна. Остальные кресты будут установлены до конца месяца. Останутся последние штрихи, и уже совсем скоро строительство завершится окончательно. Все гости парка смогут посетить храм, а также мультимедийную галерею «Дорога памяти», составленную из десятков миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».